Концерты театра «Байкал» пройдут в рамках фестиваля балета и танца, при этом продолжат тему Азии. Зрители увидят национальный корейский женский танец с кинжалами, китайский танец с перьями, танцы Будды и шаманов, услышат китайские песни и индонезийские распевы. Это полноценные этнические шоу, созданные на самом высоком профессиональном уровне. 15 ноября программа «Блеск Азии» – это экзотические танцы и песни народов Азии, созданные на основе традиционной и современной хореографии. Это 500 роскошных костюмов и головных уборов, специально сшитых на заказ в разных странах Азии. Концертная программа «Моя Бурятия» 16 ноября выбрала в себя все самое лучшее, чем богата самобытная культура древнего народа Восточной Сибири. Старинные обрядовые стилизованные танцы, протяжные песни в уникальной манере исполнения, знаменитое горловое пение, авторские и народные музыкальные композиции. Начало концерта в Парке науки и искусства «Сириус» 15 и 16 ноября в 19:30.